таблица. Ты просто зачеркиваешь, пишешь там бокс, план, допустим, там, и просто сразу включаешь, он себе его. Ну, пойдем. Там есть одно изменение. Ну вот, здесь, например, тоже не замечу. Я тоже не смогу. В смысле, сделать упор? Нет, с высоту, а потому что, я так понимаю, тут объединенный следующий не дает ему как бы потом замкнуть. Я боюсь, пока что не будет. Там, я только понимаю, надо было больше строк добавлять, чуть больше объединений, когда она получилась. Ну, то есть я по-моему считал 9. А тогда другие это последние. Не, я потом, когда ты сделал, и у меня не получилось, я так покинул, если бы еще там 2 добавили. Все, что необходимо выровнять, но здесь, например, если мы хотим, здесь смотрите, здесь просто оно жмется между этими двумя, и у них, то есть суммарный размер должен соответствовать, плюс хей, плюс гордо, грубо говоря, вот этого элемента. Ну давайте, вот это вот. Ну не даст его меньше. Он всем должен. А можно задать бордер только одной ячейки таблицы? Я чуть не помню. Можно к чему угодно. Обратись к ней бордер. Только ты потом от него будешь так избавляться. Угу. При пересечении надо делать минимум. Ну вот, делать можно меньше. Ну вот, если подправить, чем-нибудь можно. И так более правильно получается. Ну а нижний тоже там. Вот это тоже. Ну и здесь тоже можно меньше. Я думаю. Сейчас только вот этот будет мотивация. Желтый, наверное. Там вообще больше. Да. Там не один, а два. Ну это каждый нужно, хейтер задать. Нужно, иначе она будет смотреть поверх. То есть если я каждый задам. То есть мы задаем каждое, получается. Ну каждый ячейки и высоту. Да. Иначе вот это 40, а то 60, будет считать побольше. Вот, нормально. Съелось. Ну а теперь еще дорисовать нижнюю. Какой нижний? Что там сюда есть? Ну, нижняя в два раза хуже, чем. Ну, смотрите, вот таким вот образом вам нужно выбирать. В данном случае это больше головоломка, чем верстка. Ну, иногда бывает такая сложная верстка. Понятно. Так как код? Вы в машину времени не сядете и пойдете на таблицу. Табличную верстку. А код посмотреть можно? Что делать? А что там, ДРТД? Там CSS, куча обращений. Ну, по крайней мере, у них. По-моему, будут у всех почти одинаковые. Да, ну понятно. Ну, это не факт. Ну, да, не факт. Там, да, не факт. Название класса, твоя класса. Не-не-не, у кого-то могут быть ровно спэм, а кого-то такого спэма могут быть. Ну, да, если он может. Да, да. И можно еще добавить холспан один где-то. Вот тут можно холспан, ровспан один. Нет, все равно, что ты не жадный. Нет, просто реально, можно одеть колл-спэк, а делать. Я, кстати, хотел задать вопрос. У меня получалось, если делаешь колл-спэк, то тяжело, это очень влияет, что у тебя вверху. Вертикально, они влияют наш размер. И, соответственно, каждый раз выбирая нижний, я думаю, что у тебя вверху, наоборот. Ну, конечно, здесь как раз вот, ты понимаешь, что очень важно говорить только себе, но корректируется. Нет, я к тому же так просто набросать там. Итак, давайте что? На следующий урок там я вроде.